данная девушка придумала гениальную схему заработка на Авито. Ее зовут Дарья, и она выставила вот это объявление по продаже светодиодной бестеневой лампы. Она ее продает за 6000 рублей. При этом, как мы видим, фотографии явно взяты с интернета, и лампы не новые, запечатанные и в коробке. Но далее самое интересное. На сайте Мегамаркет эту же самую лампу можно купить за 8000 рублей. При этом бонусами нам с этой покупки вернут 38%, и это составит 3000 рублей. То есть чистыми нам лампа обойдется примерно в 5000 рублей. В то время как на Авито мы ее же продаем за 6000 рублей, то есть зарабатываем 1000 рублей чистыми на каждой продаже вот этой лампы. И эти продажи можно делать каждый день, ведь по сути вам даже не нужно закупать товар. Вы можете просто выставить фотографии с Мегамаркета, то есть зайти в раздел «Отзывы покупателей», скачать отсюда фотографии, чтобы они были живыми, и выставить их на Авито. После чего вы ждете, пока вас либо купят с доставкой, либо договорятся о личной встрече. И после этого вы выкупаете с Мегамаркета данную лампу, тут самовывоз или доставка в течение одного дня. И сразу же передаете клиенту, на чем чистыми зарабатываете 1000 рублей. Эти продажи можно делать абсолютно каждый день, ведь в этом бизнесе вообще нет вложений. Ни в товар, ни в рекламу, ни в продвижение, ни в создание сайта, ни в офлайн-точку. Все, что вы делаете, буквально это размещаете фотографии на Авито. И на Мегамаркете еще огромное количество подобных товаров, которые можно размещать и зарабатывать за счет того, что Мегамаркет нам возвращает бонусы с каждой покупки. И вы можете выставить 10, 15, 20 объявлений, чтобы каждый день вошли заявки и каждый день шли продажи. И вы будете вот с такого Авито аккаунта зарабатывать ну, минимум 50 тысяч в месяц, просто перепродавая товары на Авито. И на этот бизнес вы будете тратить максимум час в день просто на переписку с клиентами. Тут не нужны никакие навыки, не нужно обучаться. Это максимально просто подойдет абсолютно каждому и не требует времени и вложений. Так что это совершенно простейший бизнес в 2024 году. Тебе желаю большого заработка.